Вот когда мы доверяем Богу Израилеву, тогда все остальное, оно прилагается к нам. И власть прилагается, и счастье прилагается, и успех. Если ты оторван от его корня, ты можешь называть себя счастливым, но внутри ты будешь несчастен, потому что без Бога человек не может быть счастливым. У каждого человека внутри, в его духе, существует место, которое определено для Бога. Это поиск Господа. Всегда, даже человек неверующий, он все равно ищет. Он ищет счастье. И счастье и смысл в жизни, он заключается именно в том, что когда ты познаешь Создателя своего. Скажи амен. Ты познал Его волю для своей жизни. И когда ты познал Его волю для своей жизни, ты вдруг узнаешь, если ты болеешь, Его воля быть каким? Здоровым. Быть здоровым для тебя. И если ты в нужде, Его воля какая? Изобилие для тебя. Если у тебя несчастье, слезы, Его воля какая? Радость. Радость для тебя. Скажи, радость. Радость. Знаете, так мало в последнее время в церкви радости. И я вам хочу сказать причину, почему так мало радости. Потому что, знаете, корни Святого Духа, они еще не пробились в нашей жизни откровением. Настолько, чтобы мы укорененные, утвержденные в любви могли познавать со всеми святыми Божью благость и милость. Аминь. Кто-то думает, да как мне радоваться в этом мире, столько трудностей, столько проблем. Послушай, радуйся, что твое имя записано в книгу является Господь. Аминь. Он сказал, я лоза, а вы веточки. Чтобы быть счастливым, нужно быть на лозе. Аминь. Люди ищут счастье без Бога. Они ищут. Но они не находят счастья. Они думают, куплю машину, буду счастливым. Купил машину, вышла другая машина, опять несчастный, хочу другую. Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть. Это не приведет человека к счастью. Это не есть от Бога, но есть от князя, господствующего в воздухе. Амен. Сегодня я хочу поговорить о радости. Я сегодня хочу говорить фундаментальные истины. Как на самом деле человеку быть счастливым, радостным и довольным? Писание говорит, великая привилегия быть благочестивым и довольным. Благочестивые люди, это не просто люди, которые назвали себя благочестивыми. Это люди, которые реально прибиты к Богу. Которые с Богом являются одно. Которые вошли в родство Небесного Отца. Которые являются Его семьей, Его фэмили. Которые носят Его фамилию. Которые носят Его помазание внутри себя. Аминь. Он сказал, если прибудете во мне, так что и слова мои в вас прибудут, тогда чего бы ни попросили, просите, и будет вам. Амин. Будет нам тогда, когда Дух истины, Он освобождает нас от всякой лжи. И познаете истину, говорит Господь, и истина. Кто делает человека свободным? Дух истины делает человека свободным. Амин. Не человек освобождает человека, но Дух истины. Дух истины делает свободных жен. Дух истины делает свободных мужей. Дух истины делает свободным любого человека от всякого рабства, от всякой зависимости. Амен. И познайте истину. Без познания истины ты так и остаешься на том же месте. И некоторые люди говорят, у меня ничего не меняется. Конечно, ничего не поменяется, если Дух истины не проникает внутрь тебя. Давайте прочитаем одно место из Священного Писания. Оно записано в книге Евреям, послание к Евреям. Благословенные люди. Еврейский народ. Аминь. Скажи, я благословляю дом Авраама. Амин. Знаете, это привилегия нам благословлять дом Авраама, детей Авраама, евреев. Большая привилегия, потому что истина говорит, благословляющих Авраама я буду благословлять. Кто смеется над евреями, кто унижает евреев, они будут прокляты. Амин. Посмотрите, фашистская Германия, да, хотели уничтожить, геноцид над евреями сделали. Но что произошло? Они уничтожились.
Нацизма больше нет, а евреи они есть. Аминь. И они умножаются, и они всегда будут. Потому что Бог за них. И если Бог за нас, мы тоже евреи, новые евреи. По вере. Амин. И если Бог за нас, то кто против нас? Аллилуйя. Интересное место послания к евреям, 8 глава, 10 стих. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, после Ветхого Завета. Очень важно, друзья. Вложу законы мои, куда? В мысли их. Скажи, в мысли. В мысли мои Бог вкладывает законы свои. Знаешь, Бог заботится больше о твоем разуме, чем о твоей вере. Потому что какие мысли в душе человека, он может миллион раз называть себя благословенным, но если мысли у него «я проклятый», он живет в проклятии. Бог говорит: вот завет, я вложу законы мои куда? В мысли. В твоих мыслях должны жить Божьи законы, которые говорят: я люблю тебя, говорит Бог. Аминь. Любовью вечную я возлюбил тебя. Это должно быть где? В мыслях. Я благословлю тебя. Благословение мои. Это должно быть где? Я исцелю тебя от всех болезней твоих. Это должно быть где? Бог говорит: это завет. Потому что некоторые люди, они встают на путь провозглашения. Но если мысли негативные, ты хоть миллион раз провозглашай. Ничего не придет в твоей жизни, кроме тех мыслей, которые остаются внутри тебя. Все, что тебе сегодня нужно, чтобы быть счастливым человеком, просить Бога: Бог, почини мой разум. Почини мои мысли. Был праведный человек Иов, и он говорит, Писание говорит, история говорит, он был очень благословенный. Бог, за то, что он любил Бога, Бог защищал его, охранял, оберегал, благословлял его. Это так или нет? Он был самым богатым человеком на Востоке. Но он в мыслях был несчастным человеком. Потому что в мыслях он всегда боялся, что его счастью настанет конец. И знаете, что произошло, друзья? Он сказал: то, чего я боялся, то и произошло, пришло ко мне. Ты должен понять всю работу Евангелия Иисуса Христа. И работа Святого Духа в твоей жизни – это работа над твоим сердцем и над твоими мыслями. Потому что когда твои мысли, они будут подчинены, ты будешь внутри счастливым, тебе не нужно будет доказательств извне. Ты счастливый человек. Вы вот видели несчастных? Их всегда что? Утешают, да? Говорят: да нет, у тебя все будет хорошо. Но если он внутри имеет мысли: нет, все будет плохо. Никто не может помочь такому человеку. Амен? Врач, исцели сам себя. Ты должен привести в порядок свои мысли. Скажи вместе со мной. В моей жизни, в моей семье у меня все будет хорошо. Я благословенный Богом. Аминь. Воздайте славу Господу. Мысли – это очень важно. Писание говорит: мысли являются оружием. Скажите, оружие. Вооружитесь, Писание говорит, образом мыслей праведников. Чем ты сегодня вооружен? Какие мысли пребывают в твоем разуме? Именно какие мысли пребывают в твоем разуме, именно то и преследует твою жизнь. Не надо грешить ни на Бога, ни на черта. Надо просто проверять себя. Верил ли ты? Амен. Кому ты себя посвящаешь, Писание говорит, тем рабом ты и становишься. Посвящаешь себя Богу, значит, Божий Дух, он работает над обновлением твоего разума. И когда твой разум обновлен посредством Божьего Слова, в точности твоей жизни происходит то, что говорит Библия,
Тогда тебе не надо доказывать извне. Ты внутри сам будешь понимать, я самый счастливый человек. Аминь. Аллилуйя. Это очень важно. Вложу законы мои в мысли их. Скажи еще раз, в мысли их. Положи руку свою на разум. Скажи, Боже, почини мои мысли. У тебя новые мысли для меня. Старое прошло. Теперь все новое. Аминь. Аллилуйя. Мысли. Это очень важно, друзья. Знаете, наш Бог, Писание говорит, Он такой свет, в котором нет никакой темной мысли. Он свет, в котором нет никакой темной мысли. И значит, если мы Божьи дети, мы должны освещать свой разум посредством Божьего Слова, чтобы Божье Слово очистило нас от всяких нечистых и негативных мыслей. Амен. Именно для этого Бог послал свое Слово. Послал Слово свое и исцелил. Исцеление физическое – это только последствие. Но первичное исцеление, оно начинается в разуме. Пока ты в разуме не поймешь, что ты исцелен и ты здоров, твое тело будет хромать на обе ноги. Но когда ты в разуме поймешь, когда до тебя дойдет, что все, я здоров, все совершено, не надо больше что-то совершать для моего благополучия, исцеления, просто мне нужно работать над моим разумом. И ты увидишь то, что в твоем разуме, оно будет происходить и в твоем теле. Амен, амен. Какие мысли в душе их, такой и сам человек. Это очень важно, друзья. Потому что я вижу в последнее время исцеление. Светлана Евгеньевна, посмотри на меня. Исцеление, новое сердце и новые мысли. Аминь, все. Да. Воздайте славу Господу. Знаете, что такое вера? Вера – это обновление разума. Нет обновления в разуме, ты не верующий человек, ты живешь со старыми мыслями. У тебя нет ни будущности, ни надежды, но когда твой разум обновляется посредством Божьего Слова, для тебя всегда открываются новые вершины, новые горизонты, новые высоты, которые Бог желает, чтобы ты завоевал. Скажи аминь. Вера – это всегда обновление разума. И если разум человека, он обновляется, это означает, что человек является верующим. Амен. Если разум не обновляется, значит, ты где-то остановился. Значит, где-то затор. Почему наркоманы, они получают освобождение, а потом возвращаются к наркотикам? Потому что мысли старые, они не обновили свой разум. Вы знаете, я знаю человека, который на служении Encounter получил полное освобождение. У меня есть видео подтверждение. Он получил освобождение, он говорит, я сейчас физически должен находиться в ломках. У меня третий день, как я оставил наркотики. Я должен мучиться сейчас. Но я свободный. Я чувствую, что полностью свободный человек. И он говорит... Когда мы проповедовали в реабилитационном центре, он говорит, я хочу вернуться с вами в ЛА. Я ему говорю, стой, тебе еще рано возвращаться. Тебе нужно укорениться, скажи, укорениться. Укорениться в новых мыслях, что ты свободный и что ты благословенный. Укорениться, значит, утвердиться, значит, закрепить эту мысль в разуме настолько, чтобы даже когда ты оставишь реабилитационный центр, эти мысли, они оставались такой, мысли о благословении. Но он не послушал, он сорвался и уехал, я свободный. Мне больше не нужен этот процесс освобождения. И знаете, что произошло? Не прошло больше 2 недель. И он вернулся к старому, вернулся к наркотикам. Но он получил полное освобождение. Что произошло, друзья? Наркотики или бесы его потянули? Нет. Старый привычный образ мышления. Тебя возвращает в твой грех именно старые твои мысли. Старые твои мысли. Они возвращают тебя в твою греховную ситуацию. Если ты проанализируешь твою жизнь, это факт. Это всегда так происходит.
Писание говорит, не Бог человека толкает в грех, Бог не искушает никого и сам не искушается злом, но каждый человек сам искушается и обольщается собственной похотью. Мысли похоти, это не означает только похоть на женщин. Похоть может быть к алкоголю. Похоть может быть любого рода, любого вида. И именно поэтому Бог, Он заинтересован в том, чтобы наш разум, он обновлялся. Вы понимаете меня? Говорит, вот завет, люди, послушайте, вот завет, который я завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои. Что такое законы? Это все заповеди Его. Это все законы, которые он смотрел, законы духа, законы любви, законы веры, законы милосердия, законы благословения. Они должны быть вложены в наше сердце, чтобы они жили и мы размышляли над ними в своем разуме день и ночь. Амен. Амен, амен. Аминь. Вернусь к прошлому. Что это такое? Это мысль, которая осталась. Должно произойти обновление ума, преображение ума. Писание говорит, мы должны войти через изучение слова в такое состояние, что у каждого из нас может быть ум Христов. Аминь. Аминь. Некоторые знают о таком состоянии. Ум Христов. То, что думает Христос, то, что делает Христос, и ты сможешь делать, когда твой разум, он обновлен. Амен. Амен. Законы мои должны быть в мыслях. Это так важно. Знаете, людям иногда кажется, впадают в иллюзию. Походил в церковь пару раз, попустило от какого-то греха, от какой-то привычки. Думает, все, я теперь свободен, зачем мне теперь ходить? Перестал ходить, не ходи. Что? Прошлое, оно возвращается магнитом. Почему? Потому что человек не укоренился в образе мышления праведников. Амен. Сегодня мы прочитаем одну практическую притчу, которая записана в Евангелии от Матфея, 13 глава, 21 стих. Не будем читать всю притчу, прочитаем один стих. Евангелие от Матфея, 13, 21. Скажи, мысли. Пусть у тебя будут Божьи мысли. Бог говорит, я хочу, чтобы у тебя были Божьи мысли. Что это означает? Это означает в критической, в кризисной ситуации, а мы все встречаемся с кризисными ситуациями, поступать так, как поступил бы Бог. В кризисной ситуации ты должен научиться брать себя в руки и задавать себе вопрос, а Иисус, что бы сделал на моем месте? Как бы он отреагировал на эту ситуацию? И когда ты увидишь, как Иисус отреагировал бы на эту ситуацию на твоем месте, и ты будешь делать так, ты увидишь, что придет благословение в твою жизнь. Аминь. Вы понимаете меня? И здесь Иисус рассказывает о счастливой жизни в этой притче. Он говорит, для того, чтобы быть счастливым, нужна только одна почва. Потому что на самом деле у человека есть четыре вида почвы. Там мы знаем почва как при дороге, почва как при камне, почва как в тернии и добрая почва, да? Но вот сегодня слово, которое получил на сегодняшнее служение, корень. Бог проговорил ко мне одним словом, корень. Я думаю, почему вот люди начинают хорошо в Боге? Вы видели таких? Вырывается из проклятия, начинает ходить на служение. Все становится у них хорошо. Но, Писание говорит, не имеет в себе корня и непостоянен. Что значит непостоянен? Непостоянен в служении. Непостоянен в изучении в слове. Непостоянен в молитве. Вы знаете, что молитва – это благословение? Писание говорит, Дух Святой, Он и будущее возвестит вам. А будущее Он возвещает, когда мы в молитве начинаем задавать Ему эти вопросы. Аминь, аминь.
Молитва – это не проклятие. Дьявол, он рисует, что молитва – это каторга, это неудобоносимый труд. Но на самом деле молитва – это общение со Святым Духом. А это общение со Святым Духом, оно не может быть бесплодным. Оно всегда от Святого Духа приносит плод. Амен. И плод всегда радость. Даже когда ты больной, ты можешь радоваться. Почему? Потому что во Христе ты исцелен. Тебе нужно получить это откровение в свою жизнь. Даже когда у тебя финансовые недостатки, ты можешь радоваться. Почему? Потому что во Христе ты благословлен. Амен. И вот люди, они принимают слово. Некоторые говорят, с радостью принимают, но не имея в себе корня. Друзья, проблема твоих трагедий в жизни, что ты не имеешь в себе корня. Что значит иметь корень? Как вы думаете? Твердость. Молодец, это основание. Что значит? Подумайте, что имеете. Твердое основание. Твердое основание. Держаться за землю. Удержаться за землю. Подумайте. Очень хорошо, когда проповедник задает вопросы, и церковь начинает думать. Брать соки из земли. Вырывать что-то из земли. Брать соки. Сок брать. Но деревья, которые укорененные в землю, вы вырывали когда-то их? Стойкие. Я вырывал, когда был маленький. Знаете, есть деревья, которые не сильно укоренились. Мы там шалили в деревню, когда ездили там в огороды. Бабушек залезали некоторые. По-детски, и вырывали. Те деревья, которые не укоренили землю, их легко можно было вырвать. Но я заметил даже ребенком, деревья, которые пустили глубокие корни, может быть, у них еще росток небольшой, но ты уже не можешь вырвать. Вот таким ты должен быть во Христе. Тебя невозможно вырвать из Его атмосферы Святого Духа. Аминь, аминь. Амен. Аллилуйя. Вот оно счастье. Тебя невозможно. Если тебя возможно вырвать из атмосферы Святого Духа, ты обречен опять на слезы. Но Писание говорит, вместо слез будет радость, вместо плача будет славная одежда, вместо унылого духа – дух радости, говорит Господь. Когда? Когда ты укоренен в атмосферу Святого Духа и укоренен с твоим Богом, и ты становишься с Ним одно. Прикасающиеся к тебе прикасаются к зеницу ока Господа. Аллилуйя! Иисус говорит, проблема слез людей очень просто. Они неукорененные. И Писание говорит, что такое неукорененные? Непостоянные люди. Не имея себе корня и непостоянные. Знаете, я из Узбекистана. И там есть пустыня Кызылкум. Еще есть пустыня Каракум. И эти пустыни, они славятся тем, что есть такие колючки, перекати-поле называется. У них нет корня. Когда дует суровый ветер, эти колючки двигаются именно туда, куда несет их ветер. Так же, друзья, и твоя жизнь, если ты не укоренен в Боге, она носима обстоятельствами неприятными в твоей жизни. Если ты проанализируешь, не ты господствуешь над обстоятельствами, но обстоятельства господствуют над тобою. Но когда ты имеешь себе корень, скажи, корень. О, корневище. Послушай, никто не сможет тебя вырвать из этой атмосферы, когда ты укоренен и утвержден. Скажи, укоренен и утвержден. Еще раз скажи, укоренен и утвержден. Тогда ты будешь знать. Я знаю в того, в кого я уверовал. И я уверен, что Искупитель мой жив. И в один день Он изменит всю мою жизнь. Мои слезы – это только временная ситуация. Потому что через обновление разума и через мое укоренение
в Боге меня ожидает успех во всем. Ты можешь обижаться на проповедников, помазания нет в церкви. Ты можешь обвинять Моисея, кого угодно, братьев, сестер. Но если ты не укоренен в Боге, ты будешь жить от проблемы до проблемы. От проклятия до проклятия. Но если ты укоренен в Боге, проклятия будут приходить в твою жизнь, но тебя не одолеют. Проблемы будут приходить в твою жизнь, но тебя не одолеют. Аминь. Болезни будут приходить в твою жизнь, но тебя не одолеют. Аминь. Потому что ты укоренен и утвержден. Аминь. В истине. Аминь. Знаете, как легко справиться с теми людьми, которые сомневающиеся. Знаете, это жалкие личности. Непостоянные люди – это ненадежные люди. Они ненадежны не людям, и они ненадежны не Богу. Да, потому что Бог ценит верность. Yes. И Он говорит, верного в малом. Что такое верность? Верность, в первую очередь, это постоянство. Yes. Amen. Послушай, я сейчас говорю слова из Духа. Amen, amen. Тебе нужно только принять эту истину. Проанализировать. Поразмыслить над нею. И сделать правильный выбор. И если ты сделаешь правильный выбор, ты будешь видеть, что все Божьи благословения, они приходят в твою жизнь. Точно так же, как у здорового дерева, из корня здорового поднимается ствол, и на нем начинает все утверждаться. Блажен человек, корни которого посажены у потока вод, говорит Господь. И потому что он будет приносить плод свой во время свое. Почему? Потому что у него есть корень. Знаете, я сегодня говорю очень важную истину. Для того, чтобы быть благословенным, тебе нужно укорениться в своем разуме и в своем мышлении. Укорениться в того, кто дает это благословение. Быть укорененным в Боге. Аминь. Благословение – это процесс. Обновление – это процесс. Не бывает все вот так за одну секунду. Бывают чудеса, я верю в чудеса. Но если это не произошло в твоей жизни, у тебя процесс. Тебе нужно приближаться к Богу. Писание говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Аминь. Почему Бог не приближается? Да потому что ты сам удаляешься. Бог кричит, Адам, где ты? Я здесь, Господи, воскресенье. Один раз в месяц прихожу на вечерю. Стабильно. Постоянно. Да. А на молитве, а в домашней группе человека нет. А потом он плачет, почему в моей жизни ничего не меняется? Вы слышали такие вопросы? Знаете, ответ очень простой. Ты просто еще не укорененный человек, а в истине. И если ты укоренишься в истине, если ты станешь одно с истиной, истина, она по-любому делает человека свободным. Я еще раз скажу. Истина делает человека свободным. От любых греховных пороков, от любых немощей и болезней. Аминь. Ответ очень простой, но не имеет в себе корня. Задай себе вопрос. А ты имеешь в себе корень? Ты постоянен в Боге. Ты постоянен в молитве. Иисус говорит, как вы не могли даже одного часа пободрствовать со мною? Если у тебя нет времени на общение с Богом хотя бы один час в день, ты не укоренен. В твоей жизни ничто большое не может прийти от Бога, потому что большое приходит в жизнь людей, которые постоянные и верные в малом. Аминь. Амин.
верного в малом, говорит Господь, я благословлю больше. Простая маленькая вещь, простая маленькая деталь, корень, но она меняет все. Если корень свят, Писание говорит, что? Свято будет все дерево. Если корень гнилой, дерево, оно обречено, будет гнилым. Поэтому каждый должен наблюдать за собою, какие у тебя отношения строятся со Христом, строятся во Святом Духе. Святые, крепкие, временные или надежные отношения. Если они крепкие и надежные, ты обречен на благословение. Аллилуйя. Но не имей в себе корня и непостоянно. Жены, вам нравятся непостоянные мужья? Знаете, на самом деле непостоянство – это проклятие. Мужья, вам нравятся непостоянные жены? Пастор, тебе нравятся непостоянные члены церкви? Я их люблю, я за них молюсь, чтобы Бог им дал мудрости быть постоянными в Боге. Амин. Потому что они ненадежные. Вы знаете, они могут быстро загораться. Они, когда получают ответ на свой вопрос, они кричат: «Вау, я всю жизнь мечтал о такой церкви. Я никогда в жизни не встречал таких людей. Пастор, я с тобою навсегда». Как они загорелись, как они крикнули, как они провозгласили, точно так же они испарились очень быстро. Я встречал таких людей. Знаете, Петр, он был таким человеком. Он говорит: если все они, которые сидят в зале, предадут тебя, Господи, я не предам тебя никогда. Послушай, Петр, я последняя буква в алфавите. Но ты будешь первым. Что петух трижды не пропоет, ты уже первый трижды отречешься и не скажешь, что я не знаю тебя. Почему? Потому что Петр уповал на себя. Кто такие постоянные люди, укорененные в Боге? Они не уповают на себя, друзья. Они знают, что Искупитель их жив. Они уповают на Бога. Даже когда симптомы говорят, все плохо, они держатся за истину и говорят: истина говорит, все будет хорошо. Аминь. Если будешь служить мне, говорит Господь, постоянно, скажи, постоянно. Постоянно. То я, говорю, благословлю и хлеб твой, и воду твою, и отвращу от вас все немощи и все болезни. И теперь мы можем понять, почему. Потому что его корень, его корневище, мы основаны на нем, на его вере. И исцеление, оно просто как процесс преображения приходит в нашу жизнь по его воле. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Знаете, в Боге нет волшебства. Волшебство проклято Богом. В Боге есть истина. Аминь. По щучьему велению не работает. Но ленивые христиане так хотят. По моему хотению. Зачем Богу молиться? Да? Но Писание говорит, Авраам, он был благословенным человеком. Благословенным в том, что он мог терпеть в Боге. И если надо, его терпение переходило на долготерпение, чтобы получить обещанное. Почему Авраам увидел Исаака? Потому что Авраам был укоренен в Боге. Укоренен. Бог являлся его корнем. Но это не сразу произошло в его жизни.
Укоренение – это процесс познания. Еще раз скажу, укоренение – это процесс познания. Чем больше ты познаешь Бога, чем больше ты слышишь свидетельств о Боге, тем больше ты укоренен и утвержден в своем сознании, что Бог прав. Амен. Укоренение – это процесс познания. Писание говорит, наша жизнь, она из веры в веру, и славы в славу. И Дух Господень, Он действует в нашей жизни. Амен. Укоренение, друзья. Это фундаментально. Тебе нужно исцеление. Я тебе хочу сказать, что тебе нужно. Тебе нужно укорениться в эту истину. Укорениться настолько, чтобы кроме этой истины никаких мыслей больше не возникало. И ты увидишь, когда останутся только мысли, что ранами его я исцелен, ты заметишь и обнаружишь одну деталь. Болезни не будет. Писание говорит, ни плача не будет, ни болезни не будет, ни рыданий не будет. Когда? Когда его дети укорененные и утвержденные в его истине. Аминь. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я не слышу. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Готовы? Да. Читаем. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Вы чуете? Мой отец говорил, чуешь? Чую. Если пребудете во мне, теперь послушайте внимательно, что значит пребывать в Боге. Есть свидетельство железобетонное, что я пребываю в Боге, как Его слова пребывают в моем разуме. Аминь. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Аминь. Если пребудете во мне. Вы знаете, человек, у него есть выбор, в ком пребывать. Когда приходят трудные обстоятельства, человек может пребывать в этих мыслях трудных обстоятельств. Когда приходит искушение, у человека есть выбор пребывать в этих искушениях. Когда его атакует похоть, у человека есть выбор оставаться этим мыслям похоти в его разуме или нет. Но, друзья, есть только один выход. Нужно научиться пребывать в Иисусе. Пребывать в Иисусе – это абстрактно. Но пребывать так, чтобы Его слова пребывали в нашей жизни – это конкретно. Он объясняет, мое присутствие выражается в моем общении в твоей жизни. Потому что, когда ты будешь встречаться с кризисом, общение Святого Духа, помните, мы говорим со всеми нами. Аминь. Когда мы встречаемся с кризисом через общение Святого Духа, Святой Дух нам подсказывает, что сделал бы Иисус. И мы, познавая, что сделал бы Иисус, делаем то же и видим тот же результат. Дела, которые делаю я, теперь понятны. И вы будете делать. Когда? Когда пребудем в Его общении. Он говорит, как я пребыл в Отце. Как он пребыл в Отце? Он говорит, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. И я ничего не говорю. Жены, вы слышите? Я ничего не говорю мужу, пока не услышу, что Бог мой говорит о нем. Потому что можете наговорить, чего не следует, а потом придется эти колючки годами
эти занозы вытаскивать из его сознания. Или мужья. Я ничего не говорю своей жене, пока не услышу, что Бог говорит о ней. А Бог говорит, ты прекрасно возбил. Амин. Укоренение, друзья, это основа благословения. Некоторые люди думают, я столько лет хожу в церковь, делаю одно и то же. Послушай, это не от Бога мысль. Делая одно и то же и пребывая в церкви, ты должен радоваться за эту привилегию, потому что постоянство – это плод Святого Духа. Вы слышите? Непостоянство – это плод плотской греховной природы. Она капризная, она непостоянная. Она сварливая, она ужасная. Но постоянство – это плод Святого Духа. Галатам 5:22. Плод же Духа. Есть и вера, любовь, радость, терпение, долготерпение. Терпение и долготерпение – это постоянство. Кротость, воздержание. Воздержание и кротость – это постоянство. На таковых нет закона. На таковых, таких людей проклятие не возьмет. Потому что они укоренены в Боге и утверждены в Его истине. Амен. Ответ очень прост. А почему же я проигрывал какие-то искушения? Просто ты был непостоянен. Вот и все. Тебе нужно научиться сеять себя в постоянство. Потому что для греховной природы постоянство – это не радость. Вы знаете, это огорчение. Опять ехать в церковь. Опять рано вставать. Ой, в среду хочу отдохнуть. Прусь на это молитвенное служение. Почему я это делаю? Я хочу быть постоянным в Боге. Постоянство в Боге – это благословение. Знаешь почему? Если даже кто-то вооружится против тебя, говорит Господь, не от меня. Кто бы ни вооружился, если ты постоянен в Боге, он падет. От кого? От Божьего присутствия, постоянного в твоей жизни. Амин. Давид говорит, всегда видел я Господа моего. Всегда слово можно перевести как? Постоянно. 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 Потому что Он обесную меня, дабы я не поколебался. Одного только я и ищу, говорит Давид, чтобы пребывать мне всегда, то есть что? Во все дни. Постоянно, во все дни жизни моей, в доме Его. В доме Его благословение для тебя. Потому что ты, как Винни-Пух, облепленный колючками проклятия, приходишь в Дом Божий, а Дух Святой вытаскивает из тебя эти мысли. Болезнь. Ушла. Финансовые недостатки. Ушли. Непрощение. Ушло. И ты становишься как пятачок. Радостный, веселый. Вини, вини. Аллилуйя. Постоянство – это благословение. Бог говорит, так как ты сохранил слово мое в годину искушения, точно так же и я сохраню тебя от всех искушений, которые придут. Верного в малом, говорит Господь, сделаю столпом в доме Бога моего. Вот столб. Стоит столб, да? А он благословенный. Он всегда в Божьем доме. Он всегда переживает Божье присутствие. Всегда переживает Божье помазание. И ему не нужно идти куда-то в другие злачные места, чтобы найти Бога. Нет, он нашел Бога в доме. Бог говорит, вот если ты будешь верить, я тебя сделаю благословенным. И благословением в глазах Бога ты постоянно в Его доме. Амин. Потому что в Его доме защита. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник, и постоянно спасен. Амен. Амен.
Воздайте славу Господу. Мы можем семинары проводить о постоянстве, но если ты не примешь решение сегодняшнего дня, я радикально буду менять свои отношения с Богом. Знаете, мы говорим «время последнее», а я вам хочу сказать, на самом деле время последнее. Мы живем в последнее время, друзья. И никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Бог. А знаете, почему Он это сделал? Чтобы церковь дисциплинировала себя в постоянных отношениях с Богом. Потому что когда ты дисциплинируешь себя каждый день, хлеб насущный на каждый день, кого пастор достал этими смс-ками? Благословение. Это благословение. Слово каждый день. Вначале эта привычка, она прививается нелегко в твою жизнь. Но когда ты остаешься постоянным, эта хорошая привычка начинает приносить тебе плоды, результаты. Аминь. Сегодня вечеря Господня. Сегодня момент, когда ты можешь все изменить в твоей жизни. Знаете, есть пророческое слово, очень интересно. Оно записано книга Иов, 14 глава, 7 стих. Иов, 14 глава, 7 стих. Для дерева, он говорит, есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет. И отрасли от него выходить не перестанут. Как вы думаете, для какого дерева есть надежда, которая срублена? Если корни есть. Если корень у этого дерева сохранен. Амен, амен. И если корень сгнил, у дерева нет никакой надежды в будущем. Но если корень остается, что такое корень? Это твоя вера в Бога. Она должна укорениться. Твой новый образ мышления, такой, который имеет Бог, он должен укорениться в твоей жизни. И когда ты будешь укоренен, ты будешь видеть, что тебе впоследствии в будущем легче намного будет жить и справляться с любыми искушениями и испытаниями в своей жизни. Аминь. Для дерева есть надежда. Знаете, для христиан нет никакой надежды. Если они ищут, чтобы веточки изменились, но позволяют, чтобы корень, он гнил. Основные личные отношения с Богом умирали. Для таких людей нет надежды. За них могут молиться самые помазанные служители. Сам Иисус может молиться, но ничем не сможет помочь. Но если человек понимает, что в основе всех основ корень, мои личные отношения с Богом, они должны пустить глубокие корни, чтобы никто не мог выдернуть меня из его присутствия. Никакой страх. Когда ты укоренен в Боге, тебе легко побеждать страх, вы знаете? Страх, он присутствует в жизни людей, которые не освящены истиной. Потому что, когда ты освящен истиной, ты видишь, кроме истины в твоей жизни ничего не живет. Страх не живет в тебе. Есть надежда и есть будущее, потому что истина всегда так говорит. Аллилуйя. Есть надежда. И с другой стороны, нет надежды. Когда человек приближается к Богу своими устами, а сердце остается далеко от Божьего присутствия. Аминь. Что пользы, что вы чтите меня устами своими, говорит Господь. Другими словами, не надо громко кричать или заявлять, покажи своим примером, своим образом жизни, в ком и в чем ты укоренен в своей жизни. Аминь. И ты будешь кушать благословение. Нуждаешься в исцелении позвоночника, поясницы.
укоренись в Его истине. Знаете, что я хочу сказать? Истина говорит, уже все совершено. То, что еще не произошло в твоей жизни, это означает, ты еще не обновлен. Это истина. На все 100%. Может быть, на 90. Может быть, на 95. Даже может быть, на 99. Но это не полная истина. Мы должны полностью соединиться с истиной и быть одно. Амин. Будем заканчивать. Я хочу закончить посланием из Ефесян. Давайте поднимемся. Послание к Ефесянам, 13 глава, с 18 по 21 стих. Скажи, у меня есть надежда. Потому что я укоренен в моем Боге. Я и мой Бог. Одно. Аминь. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 18 по 21 стих. Заметили, наша проповедь, она строится на истине, на Божьем Слове. Потому что только Божье Слово имеет авторитет в этом мире. Знаете почему? Потому что оно постоянно. И ни одна запятая не может пропасть из Божьего Слова. Ни одна точка, ни один восклицательный знак. Амен. Готовы? Чтобы вы, укорененные и утвержденные, скажите, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Смотри, когда ты укоренен в Боге, ты можешь познавать со всеми святыми Божью полноту для своей жизни. Широту, власть Его влияния для твоей жизни. Долготу Его любви и долготерпения в твоей жизни. Глубину Его отношения к тебе. Амен. Но это происходит, когда человек принял решение укореняться. Только укорененный и утвержденный в любви означает в любви в Боге. Потому что Бог есть любовь. Могли постигнуть со всеми святыми и глубину, и высоту, и широту, и долготу. 19. И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью. Амен. Через укоренение и утверждение в твоей жизни откроется полнота Божьего плана для твоей жизни. Через укоренение и утверждение Бога в Боге откроется Божье призвание на твою жизнь. Откроется Божья воля на твою жизнь. Откроется Божье благословение на твою жизнь через Его, через твое укоренение в Его Слове. Амен. Придет понимание, разумение, и придет полнота Божья. Амен. 20. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего. Знаете, твои глаза еще не видели то, что хочет Бог сделать в твоей жизни. Он хочет делать в твоей жизни даже больше, чем ты мечтаешь об этом. Бог заинтересован в этом. И Он говорит, это все придет, благословение в твою жизнь, но мне нужно твое постоянство. Мне нужна твоя вера, которая укоренилась в моей истине в момент выбора на собрании или дома. Ты идешь в Божий дом, потому что там всегда благословение. А тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше. Всего, скажите, всего, чего мы просим или о чем помышляем? 21. Тому слава в церкви. Слава Божья в твоей жизни откроется где? В церкви.
Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Воздайте славу Господу.